Жил-был на свете Борис Брескендер, и надо сказать, что этот парень был особенным во всем, начиная от своего странного имени и заканчивая его уникальными способностями. Он мог делать невероятные вещи, например, одним движением руки создавать настоящий ураган или заставлять предметы летать вокруг себя. Однако, несмотря на свои способности, Борис никогда не использовал их во вред людям. Однажды, когда Борис спокойно прогуливался по своему родному городу, он увидел группу бандитов, которые напали на маленького мальчика и пытались украсть его кошелек. Борису стало жалко ребенка, и он решил вмешаться. Одним движением своей руки он создал мощный вихрь, который мгновенно окружил бандитов и поднял их высоко в воздух. Затем Борис заставил бандитов медленно опуститься на землю и дал им строгие предупреждения больше никогда не совершать подобных преступлений. Бандиты были настолько поражены силой Бориса, что пообещали исправиться и больше никогда не нарушать закон. На следующий день Борис Брессенкиндер отправился в местную библиотеку, где работал его лучший друг Вася. Вася был известным ученым и занимался изучением древних артефактов. Однажды он обнаружил древнюю книгу, которая была написана на неизвестном языке. Вася понял, что эта книга содержит тайны, которые могут изменить историю мира. Он обратился к Борису за помощью, так как знал, что тот обладает удивительными способностями. Борис согласился помочь своему другу и начал изучать таинственную книгу. Прошло несколько месяцев, и Борис наконец-то расшифровал древний язык книги. Это оказалось невероятно сложным заданием, но Борис справился с ним благодаря своим необычным умственным способностям. Он узнал, что книга содержит информацию о том, как создать машину времени. Вася и Борис решили построить эту машину, чтобы отправиться в прошлое и предотвратить катастрофические события, которые могли произойти в будущем. Когда машина времени была готова, они отправились в прошлое, чтобы спасти мир от угрозы глобальной катастрофы. Они успешно выполнили свою миссию и вернулись обратно в настоящее время. Их подвиг принес огромную пользу всему человечеству, и люди начали восхвалять Бориса и Васю за их смелость и преданность обществу. Таким образом, Борис Брессенкиндер стал настоящим героем и примером для многих людей. Его приключения продолжались, и каждая история становилась еще более захватывающей и невероятной.